Здравствуйте. И вот пришел мой заказик с Faberlic. Заказик небольшой был. Я заказывала все, что мне нужно и необходимо. Итак, начнем. Первое — это мое любимое средство для ванной комнаты. Я его очень обожаю. Оно очень хорошо справляется с налетом на кранах. Моет хорошо ванну. Также я еще мою колено унитаза им. Вот, очень хорошее средство. Я недавно покупала, но у меня произошло ЧП. Я забыла закрыть крышку, и подбежал мой ребенок в ванну, прибежал и просто сбросил, и у меня пол бутылки разлилось. Так, этого данного средства хватает надолго. Оно хорошо пенится. Очень хорошая. Тут есть на крышке защита от детей. Вот. Это обожаемое мое средство. Еще я приобрела себе и приобретаю уже не первый раз. Это универсальное антибактериальное, извиняюсь, средство. Это средство я беру для того, чтобы брызгать там, где у нас горшочек кошки стоит. Я полностью стенку, плинтус, низ пшикаю. Также пшикаю в зимнее время углы окна, ну, откосы, вот, чтобы не было грибка. И еще где батареи по углам. Также я и кухню, плинтус. В общем, у меня закончилось. Я в тот раз забыла себе заказать. Ну вот. Заказала. Я очень им довольна. Оно очень хорошо справляется для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Очень хорошее средство. Если кто не покупал, всем рекомендую, покупайте. Заказала еще щеточку для ребеночка своего. У нас уже много зубиков, и все, и нам пора. Она была в такой вот картонной коробочки. Это зубная щетка, она мягкая, маленькая, ну, для наших 8 зубов пойдет. Еще у нас лезут, она на присоске, хорошо стоит на раковине, на полочке, там где все приспособления, даже видите, к столу очень хорошо цепляется. Также еще приобрела, это приобретаю себе первый раз, кондиционирующее средство для чистки ковров и обивок. Не знаю, еще не пробовала. Эффективно очищает, удаляет пятна, освежает цвет ковров, покрытия и мягкой мебели. Ну вот я его трясу, и оно уже вот там, если вам видно, уже хорошо пенится. Не знаю, купила первый раз. Попробуем, уже даже мы потестируем с вами это средство, как оно действительно справляется. Вот. Решила купить. Мне вся серия для дома Faberlic нравится, только я не подружилась для печки и духовки. Я хочу другого эффекта от этого средства, оно мне просто не дает такого эффекта. Следующая моя покупка — это я купила концентрированное средство универсальное. Чистота и блеск. Эффективно моет различные виды полов, стен, предметы интерьеров и мебели, изделия из пластика, керамики, дерева. Не требует смывания. Я его беру для того, чтобы протирать. Маленький ребенок, очень часто нужно вытирать стенку от пыли. Все, что он трогает, все нужно тщательно хорошо вытирать. Вот для этого я беру. Очень хорошее средство. Вот. И купила себе свое любимое мыло. Мыло вообще, это супер. Я сколько роликов не смотрела, всем оно нравится. Оно действительно очень хорошее. Крем-мыло для рук, солнечная облепиха. Очень хорошее средство. Мыло вообще бомба. Мне оно нравится. Вот так вот. Вот такие вот были все мои покупочки. Faberlic. Я надеюсь, вам понравилось.
понравились мои покупки. Если кто-то покупал такие средства, как я приобрела, пожалуйста, пишите в комментарии, делитесь, как у вас, как вам нравится, не нравится. Мне будет очень приятно почитать, ответить вам. Всем пока-пока!